к следующему нашему, следующей нашей лекции. Опять что-то тормозит компьютер. Надеюсь, что сейчас он заработает. Вот мы когда говорили с вами про священство, мы видели, что очень много... Ой, я забыл поменять начало слайда. Мы видели то, что большую роль в церковной иерархии играла монашество. Ну, это, знаете, без меня, из истории. И мы сегодня немножко про это с вами поговорим, и поговорим про, на самом деле, влияние монашества на историю богослужения, да и в целом на историю религии очень большое, гораздо больше, чем кажется. Монахи, как вы знаете, да, это люди, которые живут теоретически одни, где-то в пустынях. Но у них, естественно, были какие-то свои предшественники. Когда мы говорим про христианскую традицию, то, в принципе, усматривают две такие категории людей, которые, ну, похожи на будущих монахов. Это ессеи, это была такая секта внутри иудеев, которые жили не в городах, они жили далеко от таких больших городов, своими замкнутыми такими общинами в пустыне. Известная община ессеев была найдена в местечке, которое называется Кумран, возле Мертвого моря. И там, чем она известна, тем, что там открыли ямы, где хранилось огромное количество рукописей. И благодаря этим рукописям мы многое что знаем о современном Христу иудаизме, знаем, как жили те же самые ессеи, какие у них были идеалы и так далее. Также знаем, там сохранились многие рукописи Священного Писания. И это как бы бесценная находка. И, например, про них писал Иосиф Флавий, что имущество у них общее, и богач пользуется у них не большим, чем ничего не имеющий бедняк. Такой вот коммунизм. Живя сами по себе, они услуживают друг другу. Для заведования доходами и произведениями почвы они с помощью голосования избирают наиболее достойных лиц из священнического сословия. Последние должны заботиться о доставлении хлеба и прочих съестных припасов. Те, кто получают плату, отдают ее одному казначею, избранному поднятием рук. Помните, хиротония, избрание поднятием рук. Казначей же, взяв деньги, сразу же покупает съестные припасы и дает изобильную пищу и все другое необходимое для существования человека. Про них много что еще известно. Написано, что вот они в основном были безбрачны, в основном, хотя там были исключения. Занимались много молитвами, ели вместе. Если человек там какое-то преступление делал, его изгоняли. И вот, в общем, короче говоря, жили они в пустынных местах. Похоже на это говорится о Иоанне Крестителе. О нем известно, что он жил в пустыне, носил одежду грубую из верблюжьей кожи, вот как мы видим здесь, изображает Иван на картине «Явление Христа народу». Он такой кожаный, туники и сверху плащ. И питался, как он сказано, акридами и диким медом. Ну, акриды, люди, как бы, что это такое? Скорее всего, это что-то типа саранчи, то есть, ну, кузнечики какие-то, вот, насекомые. То есть очень-очень скромно питался тем, что было в пустыне, и диким медом. И впоследствии именно Иоанна Крестителя изберут себе, будут особо почитать монахи, как первого такого протомонаха, который не имел семьи, а жил вот в пустыне и молился. И еще была такая категория людей в Египте, это терапевты, тоже похожие на чем-то на этих ессеев, которые исцеляли других людей. И, наконец, помните, мы говорили про вдовиц, когда говорили про рукоположение диаконов. И постепенно из вот этих вдовиц начинает выкристаллизовываться общество, ну, женщин, которые не вступают в брак, а живут вместе одной общиной. Изначально это просто как бы вдовицы, которые вместе живут и о которых заботится церковь. А потом из этого рождаются общины девственниц, которые, ну, короче говоря, женщин и бывших замужем, и не бывших замужем, которые живут вместе вот такой вот общине. Это такие протомонашеские общества. Само слово «монах» происходит от греческого слова «монос», «один», то есть человек, который живет один. Такие более-менее твердые сведения о монашестве мы встречаем только, в общем, о христианском монашестве. С третьего века, когда сохраняется свидетельство о том, что некий Павел, живший в Египте, в Фивах, он бежал в пустыню,
и во время гонений, и там прожил свою оставшуюся жизнь. Потом его нашел юноша по имени Антоний, который жил на рубеже 3-4 веков, и он считается прям вот таким самым основным первым протомонахом, самым главным и известным. Он тоже прожил жизнь в пустыне, и он стал достаточно известным. К нему приходили очень многие люди, и он и на Западе у католиков, и у нас он считается начальником, то есть тем, кто начал монашество. У него такая история была, он жил в Александрии, и еще юноша, достаточно был зажиточный, из богатой семьи. Однажды он зашел в церковь, это уже христианское время, хотя и гонения, но были промежутки, когда не было гонений. Он зашел в церковь и услышал, как там читают из Евангелия слова. Если кто хочет пойти за мной, оставь все и последуй за мной. Или там, если кто хочет быть совершенным, продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мной. И его это настолько поражает, вот это вот высказывание, он был христианином, но как бы вот это слово проникло в его сердце, и он решил поступить буквально. Он взял, продал свое имение, раздал его нищим, а сам ушел и стал жить в пустыне, как такой очень простой бедняк. И к нему потянулись очень многие люди, у него возникли ученики. Еще, значит, один, ну, в основном это было такое отшельничество, то есть люди жили отдельно, либо максимум вот какой-то наставник и его несколько учеников. Немножко другая история возникает, когда появляется в этой пустыне человек по имени Пахомий, отсюда наше русское имя Пахом. Он называется, у него есть тоже эпитеты, они все великие называются, да, Антоний Великий, Пахомий Великий. Он жил через где-то полвека после этого в районе Фив. Сейчас я все это покажу на карте, где это было. И он основывает вообще новый принципиально тип этого монастыря. Называется общежительное монашество. Он организовывает то, что мы привыкли называть монастырь. То есть то место, где есть один человек, который самый главный наставник, да, и вокруг него собираются вот эти вот общины людей, которые начинают жить единой жизнью. Если первые монахи, они все-таки живут отдельно и сами занимаются тем, что хотят, первые монахи, они там, как себе зарабатывать на жизнь? Это же не такой нетривиальный вопрос. Если ты живешь в городе, ты работаешь и получаешь деньги. Ну как, питаться ты должен. В пустыне особо ничего не повыращиваешь. Но что можно делать? Они занимались ремеслом, плели корзины какие-нибудь, делали там изделия из камыша какого-нибудь, и потом продавали это на рынке. И таким образом зарабатывали себе небольшое количество денег, которым хватало на хлеб, на какие-то базовые продукты. Пахомий Великий делает монастырь, где возникает, это получается, как малый такой город монашеский, где у всех людей есть своя забота. Кто-то служит в церкви, кто-то там молится, кто-то делает какие-то изделия, допустим, кузнец что-то кует, да, кто-то плетет что-то, и потом каждый себе это ничто не присваивает. Он сдает все это продается. Есть человек, который заботится обо всех этих людях. То есть они живут, живут такой общиной, достаточно самодостаточной, и там начинает действовать правило вот этого послушания. То есть там начинает культивироваться вот это послушание как некая добродетель. Потому что на самом деле у этого есть очень интересная рациональная основа. Что тяжелее всего, от чего тяжелее всего отказаться человеку, когда он живет с другими людьми? Нет, когда вот он начинает жить с другими людьми, от чего ему тяжелее всего отказаться, когда он вступает в общение с другими людьми? И пространство. И не только пространство, а своя воля. Делать то, что хочешь. Когда ты живешь один, ты делаешь все, что хочешь. Как только ты там вступаешь в брак, или если ты живешь с родителями, тебе приходится что делать? Отказываться от своей воли на какую-то степень. Да? То есть тебе приходится подчинять свою волю воле другого человека. И если человек может это сделать, да, то и не только монахи, но и вообще, в принципе, в обществе принято считать, что такой человек хорош, потому что он может ужиться с другими людьми. Он, грубо говоря, может пожертвовать частью своей свободы для того, чтобы доставить благо другим людям. И здесь это начинает тоже культивироваться как целая добродетель. Если человек может отказаться от своей воли и слушаться руководителя, то это хорошо. И, грубо говоря, то просто никого так не принимали.
Это еще для того, чтобы попасть, нужно было это заслужить, то есть нужно было пройти там, года три, побыть там послушником, то есть на тебя должны были посмотреть, насколько ты можешь ужиться с остальными, ты должен посмотреть, насколько ты готов вести такой суровый образ жизни. А там был действительно достаточно суровый уклад, потому что там ну, такая достаточно суровая была простая жизнь. Необходимо было не только молиться, но и достаточно упорно трудиться. Иногда нужно было там молчать много времени, нужно было слушать руководителя, не вступать в пререкания и так далее, и так далее. То есть, похоже, это получается основатель классического монашества. Он основатель общежительного монашества, да, совершенно верно, Пахомий Великий. И вот у меня здесь карта будет, можно посмотреть, где это все происходит. Все это начинается в Египте, да, вот Фивейский Павел, он жил в Фиваиде, такая область недалеко от Фив. Пахомий и потом Аммон жили в Нитрийской пустыне, ну и чуть ближе. И вот вся область между Нитрийской пустыней и Фиваидой, все это было местом такого вот расцвета монашества. Между ними очень много появлялось разных монастырей. Антоний там же жил, вот в этом промежутке. То есть это вот пустыни к западу и к востоку от Нила. Дальше таким известным человеком, который был, можно сказать, законодателем мод в жизни монахов, был Василий Великий. Это тоже 4 век, но он жил в Кесарии, это Малая Азия. Малая Азия – это нынешняя Турция. Вот. И он был в Кесарии, Василий Кесарийский, он был епископом, но он же основал свои монастыри и дал им устав, то есть правила, как жить. Есть такая пустыня Понтийская, ближе к Понту, к Синскому, то есть к Черному морю. И вот эта вот область Понт, здесь и были монастыри Василия Великого. А Василий Великий важен тем, что современное все монашество, в его основе лежат правила Василия Великого. Он сформулировал вот эти правила монашеской жизни, в том числе сформулировал, что делать тем людям, ну как бы, как себя вести и ну, принципы монашеской жизни. И, наконец, это вот Восток, да, вот все восточное монашество, это правило Василия Великого. На Западе такими вот законодателями монашеских мод стали Иоанн, который жил в Массилии или нынешний Марсель, вот на юге Франции. Вот здесь. Он тоже принес идеи монашества из Востока. Он путешествовал в Египте, в Сирии, по-моему, в Палестине, посмотрел, такой провел, как сейчас принято говорить, бенчмаркинг, да, сравнил, как живут монахи разных областей, взял самое лучшее, что ему понравилось, и основал свои монастыри на юге Франции. А через некоторое время, уже в 5-6 веках, еще один монах, которого звали Бенедикт, или Венедикт, смотря по произношению, да, нурсийский, он основал монастырь в Италии, недалеко от Рима, на горе Монте-Кассино. И вот устав монастыря Монте-Кассино, он стал основным для всего западного монашества. Он тоже взял много что из Василия Великого и из Иоанна Кассиана, но вот устав Бенедикта Нурсийского стал основным для западного монашества. Это как бы такие вот базовые имена, да? Павел Фивейский как самый первый монах, которому что-то известно, Антоний Великий как самый первый известный монах, который действительно был очень, ну, оказал важное влияние, он написал, от него сохранились труды его. Вот. Пахомий Великий как начальник общежительного монашества, Василий Великий как тот, кто сделал правила для восточного монашества, и Иоанн Кассиан и Бенедикт как основатели западного монашества. Вот такая появилась, можно сказать, система, да, очагов монастырей. Еще я не упомянул еще двумя важными очагами монашества стал Синай, где сейчас монастырь Святой Екатерины, тоже пустыня, и Иудейская пустыня, там возникла лавра Саввы Священного, мы про него говорили отчасти, когда говорили про историю устава. Вот как раз из Иудейской пустыни, из монастыря Саввы Священного происходит тот устав церковный, который есть у нас сейчас, да, в церквях. Я его сейчас вам тоже покажу, и давайте мы с вами... Вот еще, ну, такая более подробная картинка, я ее отчасти для себя вставил, да. Я понимаю, Кассиан, это именно слово Кассиан, которое произошло наше Кассиан. Кассиан, да, фамилия Кассианов,
Вот. И имя Кассиан, да. Празднуется, у него такая необычная память, он празднуется 29 февраля. Поэтому не високосные годы, он перескакивает на 28 февраля. Вот как это выглядело, то есть вы видите все, вот от Нитрии до Фиваиды. Здесь везде было очень много монастырей. Вот Антоний, Пахомий, Макарий, ну и вот две области, это Нитрия и пустыня Келий. Мы про них еще тоже поговорим. Все вот это было таким расцветом монашеских общин. Монастырь Макария Великого, уже, конечно, более такие современные здания, в Нитрийской пустыне, вот она, Нитрийская пустыня, да, вот он сохранился, такое уже более современное архитектура, но она следует общей структуре, схеме монастыря. Мы сейчас посмотрим с вами, как устроен типичный монастырь. И вот здесь мы уже тоже видим. Кстати, что мы здесь видим? Давайте подумаем. Стена, она же что? Она с жилыми помещениями. То есть в стене живут монахи. Ну, это колокольня, понятно, здесь вы можете догадаться, где-то есть храм, какой-то вот садик и так далее. А это современный? Это современный вид. Вот когда он построен, я вам сейчас не скажу, но это вид современный. Вот старинный сохранившийся монастырь святой Екатерины на Синае. Как раз вот, помните, мы смотрели Синае, здесь начинаются Синайские горы, на самом деле очень такие интересные, достаточно суровые, как вы видите, растительности мало, там только вот оазисы есть. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Стена, да. И тоже в ней есть некие отверстия, в ней тоже видно, что в ней живут. А вот я бы не сказал, потому что вот там как будто... Здесь нет, а вот там, да. А типа вот вдалеке, но как будто да. Там нет стены. А эти окна как будто, не знаю, для обороны. Может быть для обороны, да. Что вот это вот такое? С крышей серой. Не базилика? Это базилика, это церковь, совершенно верно. Колокольня здесь же. Также у них есть интересная библиотека, одна из самых богатых на Востоке. И разные всякие подсобные помещения. Мы сейчас посмотрим, что сюда входит. Также обратите внимание, что в монастыре обязательно есть башня. Как и в монастыре, как в крепостях, то есть то место, где, которое самое крепкое, от которого можно обороняться. Ну, как вы понимаете, для чего нужны эти стены? Место не самое спокойное и никогда не было спокойным. Во-вторых, в монастыри, в них впоследствии, да, люди могли приносить какие-то вещи, там, драгоценности какие-то, жертвы, но это впоследствии. А вначале что там было? Там была всегда еда, там были какие-то средства, которые накапливались для содержания всей вот этой общины. Поэтому, конечно, это были лакомые кусочки для разбойников, и стена это была необходимость. Ну, как вы помните, и сами города тоже были огороженными, то есть защищенными. И вот монастыри – это такие монашеские города. Не зря они назывались большие, монастыри назывались словом лавра. Мы уже, по-моему, говорили с вами про слово лавра, а может нет. Лавра означала просто деревня, село, то есть это такой монашеский город. В центре была вот центральная усадьба, вокруг по склонам могли находиться еще отдельные кельи, то есть филиалы, где жили монахи уже меньшими группами. Но на богослужение они все собирались в центр. И это тоже знаменитая лавра Саввы Освященного. Вот она находится как раз в Иудейской пустыне, недалеко от Иерусалима. Тоже достаточно защищенная, очень красивая. Вот еще есть у меня еще одна фотография. Это уже изнутри самой лавры. Мы видим, какие здесь стены большие. И это прям как такой вот городок, ласточкины гнезда, прилепившиеся к склону скалы. Это Монте-Кассино, обитель, которую основал Бенедикт Нурсийский. В плане здесь не только, вот что похоже, ведь на те же монастыри, которые мы сейчас смотрели, да? Но еще здесь приплетается план римской виллы с ее вот характерными особенностями. Но тоже, что важно, мы видим вот эти вот квадрат, да, и внутри церковь, и всякие остальные постройки. То же самое мы видим, что такой же план, по сути, переходит дальше во все остальные христианские страны. Вот настолько далеко практически, насколько может быть от
благоприятный по климату Палестины, от щедрой Италии. Это Вологодская область, Кирилло-Белозерский монастырь. Здесь мы видим то же самое. Мы видим стены, внутри мы видим церковь, да, какие-то пособные помещения, кельи братские. Тут мы видим обязательно элемент трапезная, который важную роль тоже играет совместная. Ну и вот башни, коды. То есть, по сути, тоже такая крепость. Буквально немножко скажем про то, для чего, по сути, вот как бы люди уходят. Да? Кажется, что у нас сейчас распространено мнение, что кто-то уходит, да, в монастырь от несчастной любви, или вообще, что вот монахи, как так можно жить? Все время, как бы там, они в закрытом помещении, что они там вообще делают? Да? Это же скучно все время молиться, там, трудиться. Вообще, зачем? Мы видим, как люди уходили в пустыни. Зачем? Если можно нормально жить в городе. Горы, леса. Ну, от суеты мирской. Вот смотрите, Иоанн Златоуст, он, в принципе, он говорил, что такой большой разницы между монахами и мирскими нет, в том плане, что и те, и другие должны делать, как бы жить добродетельно. Но он говорит о том, что монахам просто легче в бытовом плане жить добродетельно. Почему? Вот он восхваляет египетскую пустыню. «Не так светло небо, усеянное сонмом звезд, как египетская пустыня, являющая там повсюду иноческие палатки». Инок – это то же самое, что монах. «Знаете, что жизнь, представляющаяся вам трудной и несносной, я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, гораздо сладостнее и вожделеннее той, которая кажется вам приятной и удобной». Смотри, самое убежище монахов уже дают начало их благоденствию. Избегая рынков и городов, и народного шума, они предпочли жизнь в горах, которая не имеет ничего общего с настоящей жизнью, не подвержена никаким человеческим превратностям, ни печали житейской, ни горести, ни большим заботам, ни опасностям. Здесь они размышляют уже только о Царстве Небесном, беседуя в безмолвии и глубокой тишине с лесами, горами, источниками, а наиболее всего с Богом. Вот такая, ну, описание, ну, как бы высоты монашеской жизни и ее приятной стороны. Потому что, безусловно, как у любой жизни, у нее есть свои минусы, но это вот то, что является ее плюсом, который снаружи особо не видны. То есть люди уходили в монастырь во многом именно потому, что они там видели жизнь более хорошую, чем жизнь в миру. И вот мы уже сказали, что двумя основными формами монашества является отшельничество и общежитие. Мы сейчас про это сюда поговорим. Две основные формы монашеской жизни – это отшельничество и общежитие. И они, кстати говоря, сохраняются до сих пор, но в основном исторически возобладала такая форма, как общежитие, потому что она совмещает в себе как плюсы жизни в обществе, так и некую удаленность от мира. Все-таки отшельничество – это прям такой экстрим. Представьте себе, что вам нужно жить совершенно одному. Вот вы, когда я спросил, от чего сложнее всего отказаться, вы сказали, от общения. Да? И это действительно правда. Отказаться от общения человеку сложно. Человек – существо социальное. Поэтому даже отшельники, они если уходят, то, конечно, им сложнее гораздо. Но у них тоже есть общение. Какое? Богом. С Богом. То есть, да, ну, сам собой это все-таки путь не туда, куда нам надо, вот, да, сам с собой я веду беседу. Нет, у них все-таки, я об этом все говорят, что если ты не собираешься в пустыне беседовать с Богом, то тебе туда идти не стоит. Вот, поэтому, да, ну, а так вот именно общежитие, оно совмещает в себя как плюсы общества, так и плюсы вот некой удаленности от мира, то есть это ограниченный круг людей, с которыми ты можешь, по идее, общаться, но нет такой суеты, как в миру. Да? Не нужно... От чего еще освобождаются монахи, когда они живут вместе? От необходимости заботиться об имуществе. Вот, конечно, это парадоксально. Да? С одной стороны, все люди стремятся как можно больше, больше, но себе получить имущество. Да? Но с другой стороны, чем больше ты имущество владеешь, тем больше забот. Вот если у кого есть машина в семье, вы, наверное, знаете, что если нет машины, с одной стороны, нет забот. Потому что это как бы... С одной стороны, плохо, потому что нельзя самому поехать куда хочешь. А с другой стороны, забот нет. Потому что машина – это всегда страховка, ремонт, подвези-отвези, забери, налоги.
угонят, совершенно верно, помнут случайно. Вот ну, у нас стояла машина, раз, мы ничего не делали, просто кто-то въехал случайно, ну и покорябал. Все, значит, нужно ехать получать страховку, нужно... То есть, короче говоря, куча всякой головной боли. Ну, в итоге вы не нашли того, кто это... Не нашел. Даже пока она не звучит. Нет, в общем, короче говоря, монахи получают еще такой бонус, как то, что им не нужно заботиться вот о многом. Да, то есть один из них, или там два, или три, они берут на себя заботу об остальных. Это вот как раз люди, которые экономы, они вот деньги собирают, да, не собирают, а распоряжаются деньгами, покупаются и так далее, и так далее. У этих, так в общежитии есть же так называемый общак. Ну, естественно, там, да, там есть вот казна, за которой смотрит казначей, ну и, соответственно, он эконом, да, но казначей это прям финансами занимается, а эконом он занимается хозяйством, да, экономикой. То есть, если вроде мундиальный эконом, это зампатый бомб. Ну, да, наверное, вот что-то похожее, да. Соответственно, где живут монахи? Монахи живут в келье. Откуда это пошло? Келья – это греческое слово, означающее сота. Да? Как сота у пчел. И действительно, если посмотреть, наверное, сверху на то, как выглядели эти первые протомонастыри, это и было похоже на некий такой вот сот, где были отдельные вот эти ячейки, где жили каждый монах, там, наставник с группой своих последователи, если мы говорим про первое монашество, да? А в общежитии тоже было похоже на соты, потому что вот они маленькие отсеки, в которых могли помещаться эти монахи. Похоже чем-то на пчел и на соты. Больше еще аналогия продолжается с тем, что они вместе занимаются какой-то деятельностью, да, друг друга поддерживают и так далее. И вот пустыня Келий мы здесь видели на схеме. Вот она, пустыня Келий, рядом с Нитрийской пустыней. Вот она здесь была. Cell phone. Сюда же, да. Ну, как раз строчки из Пушкина, пчела задание полевой летит из кельи восковой. Во-во-во, летит из кельи восковой. Отлично, спасибо, что напомнили. Это сюда очень кстати, потому что, ну вот да, пчелы как такие монахи. Еще сюда относятся какие слова? Лавра, мы уже посмотрели. Лавра – это большой монастырь. Это скопище, да, такая кластер, как сейчас принято говорить, разных келий, где все живут вместе. И есть некие общие центральные усадьбы, как в колхозе, да, где там церковь, настоятель, трапезная и прочее, прочее. А также есть понятие скита. Мы с вами посмотрим, что такое скит и пустынь. Это как раз понятие отшельничества. Вот когда, смотрите, когда возникает общежительное монашество, от него уже вторично возникают филиалы, где можно уйти даже от той суеты, которая царит на центральной усадьбе. И это как раз уже вторичное отшельничество. То есть люди, монахи из центрального монастыря могут уходить в скит, который это филиал монастыря какого-то, но он уже совсем маленький такой и более пустынный. По-русски называется она пустынь. Типа, да, брянский скит, заволжский скит. И у меня тут тоже будет фотография скита. Или там Оптина пустынь. Изначально вот такой пустынный монастырь. Ну, все вы тоже знаете, об этом уже сегодня наверное сказали, что монахи дают монашеские обеты. Первое – это воздержание. Его часто называют целомудрие. Но мне не совсем нравится это слово употребление, потому что целомудрие является одновременно омоническим словом христианской добродетели. В принципе, каждый христианин должен быть целомудренным. Это не значит, что он не может быть там, замужем или женатым, но это значит, что он должен быть в этом плане там, воздержанным и как бы, соблюдать некие правила. Поэтому вот это целомудрие. А монахи дают обет не целомудрие, по сути, они дают обет воздержания. То есть они вообще никаким образом не должны вступать в такие половые отношения с другим полом. Вообще. Тем более. То есть это, по их мнению, скажем так, отвлекает их от чувства долга, служения
И это создает им, ну, грубо говоря, да, бытовые проблемы в том, чтобы потом, чтобы посвятить свою жизнь именно, ну, более духовно. То есть, безусловно... Ну, да, то есть так посвящаешь жизнь, большую часть жизни ты посвящаешь там семье, да? Вот, то есть они вот воздерживаются для того, чтобы, ну, как бы вести вот такой образ жизни. Второй обет – это послушание, мы уже про него с вами поговорили, да, что в монашеской среде послушание воспринимается как некая добродетель. Почему? Потому что это позволяет сохранять порядок, да, и кроме того, это позволяет избегать по возможности конфликтов. То, как бы, преследует нашу жизнь, когда мы живем в миру, да и в монастыре, это все тоже бывает. Но что преследует нашу жизнь все время? Это конфликты. Да, это желание настоять на своем. Почему, откуда возникают конфликты? Гнев, ссоры. В основном, когда человек, я считаю так, а ты считаешь не так. Да, и мы с вами вступаем в конфликт, потому что мы воспринимаем друг друга в основном как равноправные. Но не только. Возникают конфликты с начальством, с там равными себе и так далее. Вот послушание – это как некая такая среда, да, в которой направлена на то, чтобы по возможности избежать конфликта. То есть если послушание воспринимается как добродетель, ты слушаешься и исполняешь как бы долг свой, и в итоге конфликтов ты стараешься избегать. Да? Ну и третий обет – это нестяжание. Он в каком-то смысле зеркален обету воздержание, потому что если ты не заводишь семью, то есть ты не заводишь себе эти заботы по содержанию детей, там, жены и так далее, особенно если мы вспомним те времена, да, и сейчас у нас женщины эмансипированы, сами себе зарабатывают на жизнь, а тогда ничего подобного, если на тебе есть жена, то все, ты трудишься, не покладая рук, для того, чтобы заработать им и всем многочисленным детям на пропитание. А жена, соответственно, женщины тоже же, да, вступают в монашество. Женщина тоже, у нее положение едва ли не хуже, потому что она вообще все время занята. Она по дому, помните, и стирай сама, и готовь одна, и детей воспитывай одна. Все это сама, да, тяжело, как вот в фильме известно. Поэтому все такие вот заботы, они... как бы в данном случае так радикально снимаются обетом воздержания. А вот обет нестяжания, он зеркален почему? Потому что если у тебя есть имение, допустим, у тебя нет семьи, но у тебя есть какое-то имение, да, у тебя есть на нашей реалии квартира, или там в те времена у тебя есть земля какая-то, у тебя есть дом, да, а если богатый человек, у него вообще есть имение, вилла какая-нибудь, у него есть куча зависимых от него людей, слуг, рабов и так далее. Наемных работников. К чему это ведет? К тому, что ты должен постоянно думать, как обновить свой дом. Чтобы всегда вот кто живет в своем доме, знает, да, что в нем все время что-то нужно ремонтировать. Одно сломается, другое, третье. Значит, нужно заботиться о том, чтобы каждый год земля обрабатывалась, иначе она вся зарастет. Снимать урожай. Ну и прочее, прочее. Короче говоря, очень много тоже всяких обязанностей. И вот обет нестяжания направлен на минимизацию вот этих тоже забот также, да? То есть человек, который не стяжает, то есть не накапливает имущество, он находится в положении, когда ему меньше нужно об этом думать. Ну, как так же, как про машину, да, мы говорим. Конечно, безусловно, реалии всегда вносили коррективы в эту такую как бы идеальную картину. Поэтому, безусловно, были во все времена проблемы у монахов и с воздержанием, и с послушанием, и с нестяжанием. Особенно они стали возникать тогда, когда монастыри стали получать большие пожертвования. Да, потому что со временем все больше и больше людей стали строить свои монастыри, туда жертвовать, приписывать им землю, завещать землю. Да? И монастыри становятся такими центрами огромными землевладения, у которых возникают свои там наемные рабочие, за которыми нужно надзирать, наблюдать. Возникают какие-то свои промыслы, да, бизнесы, грубо говоря. Появляется там виноделие, что-то еще. Они там, например, изготовляют собственные изделия. Работать же нужно. Труд это тоже как бы добродетель. Ты вот что-то изготовляешь, куда тебе это девать? Значит, нужно продавать. Да? То есть возникают...
Ну, да, да, да. Ну вот, то есть возникает проблема с тем, что хочешь не хочешь, а вот эта вот экономика, она вторгается и в жизнь монастыря. И, безусловно, конечно, это приведет к большим соблазнам. И было несколько периодов, когда и Византии запрещали жертвовать дальше монастырям. У нас в России Екатерина II, она вообще кардинально, радикально, да, запретила, по сути, владеть землями монастырям. Ну, лишила во многом имущества. То есть вот такие были качели между государственной властью и церковной, когда государственная власть ограничивала такие притязания монастырей на имущество. Таким образом, как бы невольно помогая им обратно вернуться к обетам нестяжания, хотя, безусловно, конечно, очень часто монастыри, как мы видим, они несут очень важную роль, в том числе в государственном строительстве и в развитии территории. Именно потому, что они являются такими очень удобными центрами по развитию всего. Вот мы увидим, монастыри, они в средние века становятся и ведущими сельскохозяйственными центрами, ведущими, где двигается сельскохозяйственная наука, становятся центрами, где продвигается искусство ремесел, то есть добыча полезных ископаемых, их обработка, становятся центрами учености и науки. Вот, ну, я даже, наверное, не ошибусь, если скажу, что большинство средневековых и ученых нового времени – это все люди, происходящие или так или иначе связанные с монастырями, потому что это центры учености. То есть происходит такой симбиоз, да, между вот, идеалом удаления от мира и нахождением в миру. Ну, чем еще обязан заниматься монахи? Это борьба со страстями, непрестанная молитва и труд. Борьба со страстями, она заключается в том, чтобы, да, подавлять себе вот эти вот нехорошие, злые порывы, которые в нас есть. И поэтому монахи разработали очень подробно классификацию страстей, грехов, иногда даже слишком, я бы сказал, излишне подробно, но очень интересную и психологически глубокую. И возникла, вот мы говорили об этом, когда говорили про исповедь, возникла практика откровение помыслов, то есть беседе такой со своим духовником и сообщение ему не только о каких-то грехах, а даже о каких-то греховных мыслях, которые человека мучают. Вот борьба со страстями, она вот, это одна из основных, ну, деятельностей человека. То есть он призван себя, грубо говоря, смотрите, мы, в чем, ну, наша тоже задача, когда мы живем, как-то способствовать преобразованию этого мира, да, чтобы он стал лучше. Мы на своем месте делаем свое дело, и этим как бы улучшаем мир. Монах тоже улучшает мир, в первую очередь, тем, что он улучшает себя. А когда человек улучшает себя, то он начинает лучше взаимодействовать с этим миром и несет, ну, миру больше пользы, чем когда он полон каких-то злых мыслей и прочее, прочее. Вот. Даже если он не занимается каким-то полезным делом, типа сельскохозяйственного труда. Непрестанная молитва. Мы тоже увидим, это тоже влияет на историю, естественно, богослужения. Потому что вот эта молитва, она может быть в разных видах. Например, была такая обитель в Константинополе, называлась обитель неусыпающих, у которых, или акимиты по-гречески. Вот неусыпающие, они круглые сутки совершали богослужение. Сейчас, кстати, тоже такое есть отчасти. Называется неусыпаемая псалтырь. Когда монахи по очереди, друг за другом, сменяясь, круглые сутки читают псалтырь, в том числе ночью. То есть они днем читают и ночью. Ну, там есть, естественно, череда, там каждый человек там, под час или по два читает эту псалтырь. Либо же другая форма молитвы, это, собственно, уединенная форма молитвы в самом себе, это когда человек сам сидит и в одиночестве читает молитву. Там, молитву Иисуса, например, краткую молитву, которую он непрестанно вращает в своем уме. Это привело потом к, допустим, к расцвету движения исихастов в XIV веке. Это как раз вот их лидер был Григорий Палама, который защищал вот эту практику непрестанной молитвы и говорил, что это, в общем, полезно каждому христианину. У него отец был, я, может, даже про это рассказывал, у него отец был государственным чиновником, он тоже занимался непрестанной молитвой, хотя не был монахом. И иногда он впадал, вот как бы вот, выпадал из той деятельности, которой занимался. Когда у него были, например, даже заседания Государственного совета при царе, и царь иногда к нему обращался, и видел, что он не реагирует. Он говорит, ну, не будем его трогать, он молится. Вот так вот. Ну, вот такое было
время и интересные. Сейчас тоже такие люди есть, и как бы они к этому стремятся. Ну и третья составная – это труд. И мы увидим, что этот труд, он тоже влияет и на вот, архитектуру монастыря, и на то, что вокруг него. Но некоторые люди хотели, стремились к еще большим подвигам, к еще большим аскезе. Аскезе по-гречески – это exercise, да, это упражнение. Аскеза – это упражнение. То есть это некое упражнение во всем вот этом. Вот, чтобы бороться со страстями, молиться и трудиться, это, по сути, есть аскеза. То есть, вот, кстати, у нас кружок будет, там мы про это еще поговорим. У нас как складываются все эти темы. Вот, упражнения. Так вот, некоторые желали еще больших подвигов. Были, на самом деле, те люди, которые перебарщивали. Тот же самый Иоанн Златоуст, замечательный подвижник 4-5 веков, он говорил о том, что он признавался в одном из своих писем, что по молодости и по такой, ну, неразумной, в каком смысле, ревности, он подвергал себя аскезе больше, чем нужно было. И заработал себе болезнь желудка и, в общем, как бы испортил здоровье. Вот. То есть иногда это ведет вот к таким перебарщиванию. Но иногда это действительно, они могут достигать каких-то таких высот, которые нам очень сложно представить, даже в плане вот телесного такого. Телесная аскеза, но как мы знаем, да, что даже вот если в этом плане сравнить с какими-нибудь буддийскими монахами, они что же делают совершенно потрясающие вещи с точки зрения вот физических способностей. И христианские подвижники тоже таких могли достигать вершин. В частности, возникали вот три особых из подвига монашеских. Это молчальники, это те люди, которые на несколько лет делают зарок не говорить. Вот известный такой есть святой православной церкви, Серафим Саровский, он часть своей жизни, он пробыл вот в этом подвиге молчальничества. То есть он не разговаривал. Вот вы только себе представьте, попробуйте помолчать весь день, вы поймете, как это сложно. А люди вот так молчали годами. Для чего? Потому что, понятное дело, что мы сами по себе это ощущаем. Когда мы молчим, наш внутренний мир больше сконцентрируется, да? Мы можем как-то больше думать не о внешнем, не терять слова. Не знаешь, что есть, да, выражение? Там, молчание, там, слово серебро, молчание золото. То есть вот в этом смысле. Затворники. Это те люди, которые уходили в затвор. Что это значит? Это значит, что они закрывались в своей келье или в своей пещере и не выходили из них. Какое-то время. Какое-то время. Ну, какое-то время они могли там несколько лет быть в затворе. Тот же самый Серафим Саровский, он опробовал разные, все вот эти подвиги монашеские. Это вот 19 век, Серафим Саровский. Он в наших реалиях русских опробовал разные эти подвиги. Затворник – это человек, который сидит у себя и не выходит. Есть такой тоже известный наш русский святой 19 века, не очень давний, Феофан Затворник. Он был епископом, но он оставил свое епископское служение, ушел в монастырь. Вышинская пустынь – это на границе Рязанской, Тамбовской области и Мордовии. И вот он там находился у себя в келье. То есть у него были какие-то помещения, покои, там несколько комнат и балкончик. И вот он в них провел в этих стенах несколько лет. Ну и, наконец, столпники – это еще особый подвиг, но про них мы, наверное, поговорим в следующий раз, потому что сейчас нам нужно закругляться, заканчивать. Вас благодарю за внимание. И на этом мы закончим. В следующий раз продолжим. Сейчас я запись остановлю. Вот у нас получилось.